всем, ребят, с вами Агр. Так, пропускаем начало, сразу начинаем выступление, потому что у нас немножко замес. Так, два мастера укрытия, фалмеры нападают на меня, это очень опасный момент, так что мне придется использовать щит. Хотя нет, я не вижу быстрого доступа, я выстою против баскиметра, это тоже тема, брат. Мы сделаем вот, мы неожиданно нападем. В общем, пизды, вижу. Так, вам нужно сделать какую-нибудь финишку. Где нам нужно залечиться первое? Как боженька смолвил. Отбежать. Так, отлично. Зато навык восстановления повысили. Смотри. Вау! Ты не видишь щит? Нет щит, как говно такое. Ах ты хитрый черт. А наша мадама такая ничего. Бывает че. Я не вижу. Броня клинку. А, вот. Сейчас дизлайков нахватаем. Глаза идут. Глаза и гусь. Ребята, это не я причмокиваю. Это просто кто-то решил, кое-кто решил потроллить. Кого? Зрителей. И меня. Здраво, братан. Чувак. Прощай. Ой, стой, стой, стой. Мне нужен этот нож. Нет, 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 лежи так же. Лежи. Да ну нахер так жить. Умри, Цезарь. А, нет. Оп, блин. Власть народу, сказал Брут. Как-то неуважительно. Пойдем, пока никто не увидел. Это скорее чувак. О, сейчас мы сделаем огненное дыхание, огненная стрела, сядем на карты. Я ему пятку. Оуч. Блять, кто-то у меня ядом. Накопись его. А тут количество опыта зависит от расстояния выстрела? Нет, все зависит от количества убийств и от количества применений. Зависело бы еще от дальнего расстояния, это было бы вообще круто. Ну это все не какая-то игра с нами. Чем дальше выстрел, тем больше опыта. Полетай-ка. Молодцом. Это будет стрелковая дуэль. Я был отравлен, Саня, ну отравлен, что она мне, а нет, меня там отравлено. Подождите дальше. Меня, наверное, не слышно, да? Я тихо очень говорю. Не особо слышно. Можешь погромче, погромче вот так вот. Не хочу, я расслаблен, ты чё, я кайф ловлю. Окей, если что, можешь потише. Как обычно. Самая приколюха именно в том, чтобы себя тихо вести. Сидишь, расслабляешься. Ищи чипсы, я буду дома есть. Нет. Только после серии. Серии? Че? И? Е? Серия? Или серии? Или серии? Че ты не... Мы сегодня должны записать 18 серий. А-а-а! Каких нахуй 18 серий?
Я машину поймал. Ты что, не ударила? Он долго будет нас? Я просто ждал, пока он умрет. Не хотел бы его. Как бы нам по башке не прилетело. Я все нормально. А тут ловуха на ловухе. Кажется, я знаю, что ты за слово хочешь написать. Сразу видно, тут русский был. На третью букву у тебя ман не хватит. Концентрация. Восстановление 75% погибнет вообще. А, козел. Я вообще не беспокоюсь по этому поводу. Так, нужна какая-нибудь хорошая, нормальная шляпа. Эльфийская. О, нормас. Магия восстановления будет лучше. Мы же маги. Фу. А зачем я над буквой В нарисовал палку? А, я думал о букве И. А так меня бросил девушка. Я кинул палку, называю ее другими. Вот так. Вот ты пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаешь, что здесь будет? Сейчас у нас. Управление, огребательство. Так, Дэвид. Вздох. Ну, стоп, подожди, я сказал. Подожди. Ну, а щит сбил, ну круто. Как я мог забыть проклятие? У меня столько возможностей было сегодня в жизни. Что ты смотришь? Закрой. А где дверь-то открывается? Погромче сделай, я не слышу. Да ладно. Чуть попозже. О, я тут просто Эдику хочу один видос показать. Называется «Властелин Дудец». Дудец. Угу. Так. Не забудьте тоже на YouTube набрать, посмотреть, вам понравится, ребят. Если кто-то, конечно, рипки всякие любит. И он залагал, как я рассчитывал. Я промахнулся, не голову, что ли? Че-то он залагал вдруг. Специально я начал пиздить. Поэтому ты его так нежно ебушишь. Да нет, мне просто за магию хромает. Мне это выполняет все. Ждем. Мне нужно другое что-то. Ну не знаю, почему, но мне так нравится переодеваться, ребят, меня простите. Просто этот, подняшка. Любитель переодеваться. Ну да. Пора уходить. О, конечно! Ты хочешь, чтобы я ушел? Так и ждешь, чтобы я повернулся спиной, чтобы вся слава досталась тебе. Тут кто-нибудь есть? Есть? По крайней мере, одна часть. Ну ладно, давай сразимся. А с ними нельзя было поговорить? Не, они какие-то отмороженные. Ха-ха.
Ну тогда давай, реально. На тебе. Не то получилось. Так, 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 исправить ошибку. Крикни в жопу. Я вот хотел, но у меня как бы это. С КДК же трудно, да? Сдуй-ка ее криком. А вы пока полюбуйтесь на негритянку в бюстгальтере. Чувак, у нас есть тяжелый броня. Хороший тяжелый броня. Оу. Трифиска появит раз, что нам понадобится. Вот это нам понадобится. Трифиски сейчас восстановили, нам не нужно тяжелое броня. Основной будет легкое. Затем поставим также капюшон наверняка. Выкинем нахуй такие блоки раз. Жалко некоторые вещи делать. Надо определиться, какие вещи нужно делать. А, нужно... Я штальную броню мне тоже забрал, да? Все стальная броня. Вот, теперь нужно еще 25 чек получить. Заело. Напоминаю, ребят, эти звуки по-прежнему издаются только ртом. Ой, Эдику новое сообщение пришло. Зачем ты палишь? Ну, чтобы было понятно, откуда сейчас в микрофоне был этот брр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 рr Пишите свои догадки в комментариях. Ай, я ж уже проболтался. Когда можешь выйти из... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин. Лестница. Еще одна ебаная лестница. Ебаная лестница. Блять, я же уже открыл. О! Ох! Это ж мужик. Фу. А чё ты стрепенулся? Вот я тебе и проверил. Сразу. О! О! Все, мы входим в черный предел. Чувак, я ж не знал, что это мужик. Саня, черный предел — это заброшенное геймерское поселение, город под землей. Значит, город под землей, да? Да. Вау! Вот это место! Вау! Пипец. Там такие существа, которые похожи на Ханар из Mass Effect. Это грибы. Нифига себе. А такие огромные грибы, это что, типа отсылка небольшая на Morrowind? Черный предел, братан. Не пахнет Morrowind. О, подожди. Типа в Morrowind тоже там были какие-то гигантские грибы или что-то. Ой. Блин. Вау. Ты нам кайф испортил, херня железная. Ауч. А, молодца. Я сейчас все равно там фал. А хотя это фалл. Хотя да, это фалл. Че, немножко в танк раскачаемся. Просто взял и сгорел. Как лох прям. Тормоз.
Ганнер. Йоу, бич! Ганнер не идет, слушай. Грибочки. Сейчас пойдет музыка. Так. А почему мы проходим снова? Ладно. Черный предел. Заброшенное вымерское поселение с городом внутри. В центре этого города, точнее, да, в центре города растет огромный гриб. Название которого я точно не скажу. Это будет что-то. Да. Может, молния? А-а-а-а, не получится. Молния не прокатит. Задница какая-то хуй, знаете, чем... Давайте, он сейчас мощный проснулся. Молодцом. Ты чё как Хэнкок? Молодцом, молодцом, да? Ты это, молодцом? Ты тоже молодцом. Душа Хэнкок. То есть ты черный? Не, люблю бухнуть и полетать. Он ушел, как Турин дубащит из третьего хоббита в сторону. Он ушел. За камнями. В курсе то, что у него дальняя атака есть. Вторая атака. Вообще... Ой! Раз, я вижу тебя! Вот это я понимаю, сейчас замес будет, похоже, да? Они драться не будут. Просто надо будет непись. Опыт два. Ну раз такой замес. Не понял прикола. То что-то надо делать. Чё? Я вообще не знаю. Ну, о! Ближе. Ближе. Еще раз. Еще раз почистить. О, мне моя фотку прислала. Навык стрельба повышается до 29-го. Так. А грибочки-то что надо? Опа, попал.
хоу. Я не такой умею. Ничёшно, ничёшно. Скриншот. А, тут же есть режим. Нет, не тут. Где до хрена? Чё за геймпад решится? Не знаю. Да. Сейчас еще раз. Что ты хочешь посмотреть? Я хочу убрать, знаешь, что? Что? Потом свяжешь. Блядь. Жаль. В общем, как убрать экран, можно было, чтобы пропал даже значок этот иконки. А, я понял, типа... Да. Ход экрана называется. Суть ты ловил, в общем. Открой-ка еще раз настройки. Так, экран. Непрозрачность ход, вот. Убирай. О! Теперь другой разговор. Теперь я хуй знает, куда идти. Лучше, да? Да, намного. Бля, чего я сюда пришел? Я же пришел, бля, искать вам. Можно теперь даже поставить две черные полосы сверху и снизу, чтобы это выглядело как кино. Опять хочешь развернуть экран? Не. Это я сделаю во время монтажа. А-а-а. Ой-ой-ой-ой-ой. Как эксперимент будет. Блять, нихуя не будет теперь. Ладно. Че, могу прогуляться здесь по руинам немножко. А, запомните, если вы сюда пришли, а, тут есть такая хрень. В первом самом доме, который встречается вам при входе в черный предел, а, есть дневник. Когда вы его берете, вы активируете задание. Задание называется «Красный корень мира». Это самое долгое и непонятное, ничего не было задано. Знаете, что я делал? Я ёбаных 40 минут бегал по этому ёбаному черному пределу и собирал ёбаных 30 корней мирно. Они разбросаны везде, они могут быть в самой жопе, они могут быть здесь под грибом, они могут быть здесь, там, допустим, за этим зданием, они могут быть там, вот, на горе. И ебись как хочешь. Вот это знание. Надо бы поменьше маты, да? Да. Чё-то я разошёлся. После серии можем чипсонов покушать. Не-не-не, оставь как было лучше. Я тебе одно скажу, я просто не могу разобраться, куда иду. А, понятно. Ну и так сойдет. Вот, не берите его ни в коем случае. Алый корень нет. О, кстати, хороший вещь. То, что надо, то, что я давно хотел. Уничтожаешь предметы? И получаешь зачарование. О, какой ты прошаренный человек! Ну, я хитрый. Такой, не, я хитрый. Нормально. Че повысить-то? О, одноручное оружие, двуручное оружие. Теперь ты просто секс. Мне бы, чтобы у меня повышение генерации ма... А, это же на кольцо. Да, серебряное кольцо с метистом. Во время монтажа можем что-нибудь такое прикольное опять придумать. Я в жопу себе рисовать больше ничего на виде не буду. Ох, ёп. Нет, нужно зачаровать шлем. Чего не хочешь?
А, во. Окей, великий камень душ, смотри, как, какое зачарование. Оу. Все, братишка. Что если я сделаю, знаешь, как? Как? Повышу, допустим, тоже генерацию магии, просто тяжелой брони. Можно и так. Мы же в тяжку будем раскачивать. Тяжелый маг? Да, тяжелого мага. То есть мы качаем. А подожди, ему выносливость нужна. Хотя, чем выносливость нужна маг? А, ладно. Сложно, сложно. Ой, нет, магия. Не, нахуй. Ну, теперь да. Так. А все тогда? Серебряное кольцо. Я не зачаровал. Сколько же у нас серебра всего? Много. Очень много. Да. Смотря вот на то, как она двигается, я сразу вспоминаю, что Fallout 4 действительно со Скайрима слезали почти весь. Вплоть до движений. Да? Угу. Потому что последний выживший из убежища 111, вот точно так же, когда к таким вещам подходит, он начинает молотком стучать в мастерской, и появляется такой же список, прикинь? Только зеленого цвета. Ну это же беседа. Нахрена им париться? Тут серый, а там зеленый в фоллауте. Ну да. И при этом точно так же вот стоит. На заднем плане. Или, например, крысу на вертеле вот так делаешь, когда готовить надо что-нибудь. Механика со Скайрима полностью практически слизанная. Это пипец. Такая заруба. На 7 повышает, да, у кузнечного дела. Облегчаемся как можно сильней? Ну да. Так, сколько мы... Мы случайно так сатану не вызовем? Да не должны. Смотря на эти иероглифы. Так, кузнечное дело у нас 20, да? Пробуем. Не понял. Там же больше даже много отлично. Да. Да. Ну ладно, не суть. Такое. Да-да-да. Печалька. Чё какая? Ну что себе походу. Чуть не походу. О. Значит, там 23. Это лучше. Может быть, определенно. Карточка вожатости. Черный пердел.
Да, довольно-таки тут красиво. Ну да, очень атмосфера. Мне нравится. Вот так сойдет. Куда мы сейчас? Дальше. Нужно разгадать немецкую загадку. Заполнить словарь Септимия Цыгуня. Подожди. Твою мать, ах ты сука. Чё там? Септимий Цыгуний. Так, нужна кровь всех, да? Да тут до хрена. Ёб твой. Ебать, я устал. Стоп. Чё это? Зачем я тогда все это прокачивал на... Смотри. Сейчас. Все, щит. Торч. 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 Смотри. А, вот что у меня в итоге прям да. А, нет. Оу. Ёкарни. Это так, это смотри. Город быстрее. Нужно было еще на сапоги чуть-чуть такое, чтобы повышало. Что ж, ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. До свидания, ребят. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Эдвей. Всем бай-бай, друзья.